Доброе утро! Вы на канале «Ленивая путешественница». Мы с вами входим в воду на пляже Сетеляр. Вода чистая, рыбки плавают, достаточно крупные. В отличие от центрального пляжа Халк, где мы перед этим отдыхали, Коста Марис Ют. Сейчас мы отдыхаем в отеле Лалила Блю. Рядом находится отель Платинум Блю, пятерка. У нас 4 звезды. Вода чистейшая. Вон они, рыбки плавают. Так что пляж заход без камней. А на центральном там без аквасоков зайти тяжело было. Вокруг сплошная красота. Время 9 час. Еще мало людей плавает. Вот посмотрим центральную набережную. Не центральную набережную, а набережную Сетеляр. Вот здесь такой пирс со столиками. Можно покушать на пляже. Еще все пока. Ну, уже наши соотечественники повесили свои полотенца. Заняли первые ряды. Отели прибрежные. Солнышко. Красотень. Вот они, рыбки плавают. Шикарно. Водичка. Как я говорила, без волн. Хорошо, музыка начала играть. И напротив вот этот остров, который закрывает бухту Мармарис и делает море таким же, как бассейн. О, какая красота! Сегодня обещает 35-36 градусов. Так что тепло, хорошо, лето продолжается. 15 августа. О, какая вода! Чистая. Вот аквасок. На всякий случай одеваем, потому что бывают ежи и в песке. Всем пока!